Так, Олеся, что ты мне сегодня на завтрак приготовила? Это что, намек какой-то? Дима, там все с намеком, давай, разгадывай. Ты все готовишь к тому, что сегодня премьера нашего ток-шоу? Да. Так, первого. Давай я тогда скажу. Сегодня премьера первого в мировом Ютубе еженедельного политического ток-шоу в прямом эфире, которое называется «Гордон». Правильно. Это ток-шоу будет выходить на YouTube-канале «Дмитрий Гордон». Правильно. Начало в 20:00 по Киеву. Правильно. Значит, это язык. Ты мне положила как намек на то, что на этом ток-шоу будут развязываться языки. Угадал. Этот перец ты мне положила, потому что ток-шоу будет острым. Да. Я немножко туплю, я не понимаю, при чем тут горох. Дима, ну подумай. Не, не могу. Ну горох, ну давай, ну слушай, у тебя и первое, и второе очень хорошо получилось, давай. Нет, не понимаю. Хорошо. А горох это потому, что я буду ставить тебя на горох, если ты будешь это ток-шоу плохо вести. Нет, я буду вести его хорошо и обещаю, оно будет острым, как этот перец. Запей.